Небольшой обзор металлоискателя E-Track RusPro. Ну, более 10 лет находится в пользовании. Ну, не так часто я им хожу. Ну, однако, использую аппарат фирмы Minilab малазийской сборки. Пинпойнтер Pro Fint Pro ирландской сборки. Ну вот, как бы износился чехол, надо менять. Это уже сам придумал колечко, тренчик, не потеряйка. Бывает, не всегда срабатывает. Ну, так работает, спасибо. Так, аппарат сам. Катушка, варивались ухи, ушки лопнули были. Вот. Защита вклеилась, потому что отскакивала, и песок туда постоянно забивался. Пришлось все это загерметизировать, ну, неподвижно, ну, в принципе, и не хуже. Жалоб нет. За время пользования развалились зажимы. В минимум два зажима. Здесь и здесь. Да. Ну, больше как бы по аппарату нареканий нет. Работает. Ну, ушки, да, КОС. КОС 30. Амбрашюры или как их, прокладочки, выносились, сыпется шнур витой, штекер сам развалился, пришлось перепаивать, удлинять. Ну, в принципе, работает безотказно. Да, блок питания, аккумулятор есть кассета под батареечки. Сейчас паузу поставим. Так, с паузы вернулись. Одной рукой не вытащить. Сломался зажим. Зажим блока для батареечек. Ну, пришлось такой липучкой, скотч-лентой заклеить все это дело. Ну, в принципе, не критично, работает. Все, покупать новый, там он порядка 3000. Не вижу пока смысла. Так, доволен, спасибо. Аппарат работает на ура. Всем удачи!